Сильные морозы, повышение тарифов на вывоз ТКО и безопасность газового снабжения – сразу три важных вопроса обсудили на общественном собрании. За столом старшие по домам, а также специалисты окружной администрации, Иркутской энергосбыта, участковый и сотрудник МЧС. Всем жителям вручают памятки в тексте инструкции, как действовать при любой ЧС. Но кроме этого, важное обращение. Хотелось бы обратиться к жителям города, если они видят, что рядом с ними живут неблагополучные семьи, семьи, любящие выпивать. Можно обратиться к нам в отдел надзорной деятельности с просьбой провести профилактическую работу. Мы никогда не откажем. Мы находимся по адресу город Ангарск, улица Мира, 26. Бдительность соседей подчас может спасти жизни людей. Так, совсем недавно в одном из домов 59-го квартала жители почувствовали неприятный запах газа, вызвали аварийную службу, ЧП удалось избежать. Новые тарифы по ТБО – вот что больше всего интересовало ангарчан. Тема вызвала бурное обсуждение. У нас тарифы понижаются в связи с тем, что мусор все-таки уходит на обслуживание к региональному оператору. Муниципальный, то есть где действует тариф, то есть там, где жители не определились, где у них непосредственно обслуживание, у них действует тариф тот, который принимается постановлением мэра. А собственники, кто определившийся, вот сегодня как раз они все здесь присутствуют, мы решим, какие-то дома оставляют тариф, какие-то увеличивают, какие-то уменьшают, мы всегда идем согласованно. На территории, которую обслуживает МУП ЖЭД-2, очень много коммунальных квартир. На собрании было принято решение регулярно проводить профилактические рейды по неблагополучным семьям совместно с представителями правоохранительных органов и надзорной службы, чтобы свести к минимуму саму вероятность какого-либо происшествия. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.